Ком. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Ну и всем говорим добрый день. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Начинается программа «Без антракта». Как всегда, я свожу вот в нашей виртуальной гостиной, в нашей виртуальной студии ведущая этой передачи Евгения Шерменева. Здравствуйте, доброе утро, Евгения. Ну и дальше вам слово. Доброе утро. Спасибо большое, Олег. Мы теперь вот действительно встречаемся все время на каких-то облаках. И в нашей студии, сегодня в этой вот виртуальной студии «Радио Болтком», режиссер Мара Кимали. Доброе утро, Мара. Доброе утро. Спасибо тебе большое, что ты согласилась со мной поговорить. Я тебе должна сказать, что очень приятно было мне в прошлом году понять, что я посмотрела результаты просмотров своей программы. И наша с тобой программа мартовская прошлого года, ты ко мне в марте приходила, помнишь, когда только-только все закрылось? Будто была первым гостем тогда. Наша с тобой та программа собрала самую большую аудиторию. Ты рассказала что-то такое, что привлекло внимание многих людей. Так что ты, как бы сказать, лучший гость прошлого года, самый привлекательный, самый хайповый, новым словом. Вот, поэтому я решила начать этот год, ну, как бы вот такой год, тоже со встречи с тобой. Мне очень многие попросили продолжить наш с тобой разговор в личных письмах каких-то, еще где-то. Поэтому я рада всем сказать, кто ждал. Мара Кимали, к вашему вниманию. Ну да. Что, с Новым годом, Мара! Для меня теперь это еще окончательный. Тут кто-то написал из моих знакомых в Фейсбуке. Закончился этот странный кусочек времени между первым и тринадцатым, который, ну, как бы вот всегда воспринимался таким безвременем, с одной стороны, между двумя новыми годами, обычным Новым годом и старым Новым годом, поэтому все опять как бы возвращается в нормальную жизнь. Почему-то только в этот период времени, и это имеет значение, этот старый календарь, который отсчитывает православные праздники. Ну, это естественно, потому что я думаю, что 100 или 200 лет тому назад вообще люди жили в природе, и они с Рождества, то есть даже не с Рождества, а со солнцестояния с 21 декабря до какого-то там середины января тихо жили. А сейчас уже все, солнце возвращается. У нас, слава богу, снег тоже есть, такая радость. Светло уже, сразу стало светлее. Угу. Мара, я должна всем сказать, все-таки я скажу, что мы с тобой только-только расстались вчера вечером, потому что устроили такую онлайн-читку пьесы «Тартюф» Мольера, в которой были заняты ты, как актриса в этот раз, и твой большой друг Дмитрий Крымов из Москвы, режиссер, сын Анатолия Васильевича Фроса, чьей ученицей ты уже являешься. Это такая замкнутая у нас получилась тройная система, да? Да. И так как вчера был день памяти Анатолия Васильевича, потому что ушел он 13 января 87 года, мы вчера с тобой как раз вспоминали, когда, то я вот очень хотела тебя узнать. Ты, как человек, который с ним провел, ну, довольно большой период времени, да, я так думаю. Начнем с того, что ты ведь поехала учиться в Москву, понимая, что ты едешь в Москву учиться в ГИТИС на режиссуру. Ты точно все это знал, у тебя не было никаких других вариантов. Мне никто не верит, но на самом деле я действительно нигде бы на другом месте не поступила бы. Потому что конкурсы сумасшедшие, и таких знаний, конкретных знаний, у меня на самом деле не было особенно. И можно было вот поступать таким странным образом. Я же была очень молодая и не закончила актерского, ничего такого. Чуть ли не со школьной семьи поехала в Москву поступать.
Я и Инго Нормет, эстонский мой сотоварищ, мы были самыми молодыми на курсе еще Пети Штейн. Мы были единственными такими, которые не были актерами до того. Но и так что это была авантюра. Ну, а скажи, сразу после школы, ну, понятно, ты вот в прошлой программе рассказывала, что это все не просто так, что у тебя семья все-таки, ты не случайно в это во все попала. Но то, что ты поехала в ГИТИС, в Москву, ты понимала, к кому ты попадаешь, к конкретному преподавателю, мастеру, или ты просто хотела учиться вот в ГИТИСе? А у нас не было Эфроса, я просто хотела учиться, у нас был Петров, который... скончался на первом... Это его учитель был как раз, как я понимаю. Нет. К нам добилась, чтобы преподавала Эфрос, это была Кнебель Мария Осиповна. То есть ты поступила... Это было очень неожиданно, что Эфрос стал преподавателем. Это было даже... Не верилось. Скажи, пожалуйста... А какой это был период его вот жизни? То есть вы приехали, поступили, первый год там какой-то прошел у вас, да, с вашим мастером первым, вы начали что-то изучать, и потом в какой период появился Эфрос у вас? Эфрос появился в середине первого курса. А, ну то есть практически сразу? Да. Угу. Да, сразу. То есть вы только-только начали, совсем юные ребята, и к вам приходит, в общем, надо сказать, звезда того времени, да? Да, но ребята были не юными, большая часть была уже такие 30 с чем-то летние, то есть поработавшие в театре и уже более опытные. Угу. И, конечно, мы знали, кто такой Эфрос, и очень... обрадовались. Скажи, а первые полгода вы ходили по московским театрам? Вы уже видели его спектакли? Куда-то удавалось попасть? Нет, я лично не видела до того. Хотя, по-моему, я видела в детском театре. Вот. Что же это был за спектакль его, который он там последний поставил? Что-то я видела, да. Ну, то есть ты, когда он появился, ты понимала, и уже как бы и слышала, и понимала, и даже что-то видела. И для вас это было, наверное, счастьем. Да. И дальше. Вот скажи, вот мне просто интересно, а ты помнишь свои ощущения, когда ты начинаешь работать с человеком, который, в общем, не просто преподаватель, да, а еще и активный режиссер в театре в этот момент? Ну, то есть одно дело, когда ты работаешь, учишься в институте, где тебе преподают люди, чья профессия основная, чья занятость основная, это институт, студенты, преподавание, это тоже определенное. А это человек, который, в общем, довольно серьезно занят по профессии и делит это время с вами. Вот как это было ощущение? Ну, в ГИТИСе все мастера были работающими в театре, все абсолютно, все. Угу. Кончаров там рядом, курсом старше, и буквально абсолютно все мастера были ведущими режиссерами театра. И их хватало и туда, и туда. Да, это я думаю, что это правильная практика, хотя есть такое мнение, что если там учитель занят очень сильно своей творческой работой, то ему некогда будет заниматься студентами. Элмар, кстати, Сеньков такой выразил, и я даже сказал, как же, Элмар, разве так плохо было? Я тоже очень активно работала. Но я все равно думаю, что лучше, когда активно работающий режиссер общается с молодыми. Это как такое... средневековый подход. Мастер и ученик учатся от него, непосредственно от него. Ну, потому что в институте помимо мастерства, ведь у вас были куча других предметов, которые преподавали вот уже просто академические преподаватели, и это тоже занимало время. Я вот вспоминаю свое время в ГИТИСе, я понимаю, что мне дало очень много это академическое образование.
Оно просто дает тебе ту базу, без которой ты дальше не можешь двигаться. А мастер, действительно, это то, от кого ты получаешь энергию, какие-то иные знания. Это даже не нужно, чтобы он тебе рассказывал какие-то академические постулаты. Тебе нужно знать, как он и видеть, как он работает. Скажи, а вас пускали к нему на репетиции? Да. Это было самое большое обучение, что мы ходили на репетиции. Много ходили, сидели, смотрели. Так что эта преемственность, она буквальная. Буквальная. Ты смотришь, как мастер работает, и ты хочешь, не хочешь, ты это в себе пускаешь, и потом, да, вот это мышление, подход к материалу, работа с актером, вот это главным образом, потому что, к сожалению, я могу сказать, что и даже и мои ученики очень часто не умеют обращаться с материалом, что у Анатолия Васильевича было гениально. И он никогда не плевал на автора и никогда не старался переделывать его совершенно наоборот. То есть, если там если Нина, ну не Нина, это другой пример, ну или Дездемона, да, мы все-таки ее воспринимаем как некий символ, то стильный режиссер, наоборот, сделает ее шлюхой, да, и тогда будет, и тогда критики все будут очень радоваться и сказать: «Ох, какое решение, гениальный режиссер!» Но Анатолий Васильевич этого не делал. И мы даже не разговаривали об этом. Просто он сам всегда очень серьезно и проникновенно относился к пьесе. Ну, то есть он находил в пьесе то, что в ней написано, и то, что отвечало его внутреннему состоянию в тот момент. Да, Я читала сейчас вот тоже воспоминания о нем в книгах, да, ну, чтобы, потому что я была, ну, как сказать... Это был период, когда я просто уже очень сильно увлекалась МХАТом, когда я заканчивала школу, и бегала на спектакли Ефремова многие. Ну, и там и другие появились, и студии какие-то появились. В общем, уже была какая-то другая жизнь. А спектакли Эфроса для меня были... Ну, немножко я была маловато, когда, естественно, он был в самой силе. И это были такие легенды, которые можно было застать еще, но было сложно. И я вот сейчас читала, перечитывала и прочитала о том, что для него, ты упомянула Дездемону, что для него Отелло был не как бы интеллектуалом большим, что он нашел в нем вот эту интеллектуальную составляющую, что полководец, который, собственно, не особо шашкой машет, а все-таки придумывает, как вести ход войны. Да. А скажи, какие ты спектакли видел вот на репетициях? Ты помнишь, на какие ты попала спектакли? Так, ну, мы начали с как это, «Любовь», как это называлось по-русски, не помню. А скажи по-латышски. Ну, это про девочку, которая погибла на самолете. Оля Яковлевна. 104 страницы про любовь, родные. 104 страницы про любовь. Вот это был, он ставил как раз этот спектакль, когда он взял курс, и мы сразу пошли к нему на репетиции. Мы там сидели, именно вот начали знакомиться с ним на репетициях этого спектакля. А потом уже практически все следующие мы ходили. И «Три сестры», и все подряд. И последний спектакль, который я видела, это уже было на «Таганке на дне». Но это ты уже видела, приезжала, наверное, да? Да. В гости приезжала. Да. Скажи, а ты старалась вот приезжать смотреть его премьеры в Москву в тот период, потом уже, когда работала здесь, в Латвии? Да, старалась очень. Но за это время я еще родила сына, и поэтому не видела Отелло. Ага. Как раз это то, что... Да, это был год, когда я не могла никуда и ездить. Угу. А так ты постоянно следила за тем, что происходит, чтобы от этого точно так же продолжать учиться. Угу, угу.
И даже намного больше ты понимаешь, то, что он делает, потому что ты уже сам работаешь, и тебе, до тебя доходит наконец-то, что это такое. И полностью я начала понимать, что я взяла от Антона Васильевича намного позже. Когда уже лет 10, когда ты проработала, ко мне приехал Инго Нормет посмотреть спектакль, он говорит: ну, ты эвросовская абсолютно. Я говорю: да. И тогда я начала думать: да, что точно, да. Была довольна. Скажи, пожалуйста. Получаешь вот... это, не замечаешь сам, что ты берешь от учителя. Угу. Скажи, пожалуйста, а вот это твой интерес к классике, к тому, что, ну вот как я смотрю, что ты много ставил в Новом Рижском театре, да, классических произведений, русской литературы и всего. Это тоже у тебя есть от него вот эта попытка разобраться уже через себя с этими вопросами? Ну, я серьезную литературу начал очень-очень рано читать. Потому что моя семья такая интеллигентная, и мой дедушка был журналистом, и мама привезла в наш дом всю библиотеку отца. И так что я выросла с книгами. Буквально выросла. У нас вся стена была в книгах, а моя постель рядом с стеной. Подрастая, брала все с верхней полки. Буквально так. Абсолютно. И я очень-очень рано начала читать серьезные книги. Я начала читать в 4 года, и никто не заметил, как я начала, и откуда я научилась, от сестры, наверное. И в очень маленьком возрасте уже читала серьезные книги, и нравилось мне, и мне даже кажется, что я все понимала. И скажи... Я начала читать пьесы, что странно. Потому что обычно нормальный человек эти пьесы не читает. Пьесы не для читки, пьесы для того, чтобы их играть, и люди приходили и смотрели. А читать пьесы – это уже о чем-то говорит. Это отклонение от нормы на самом деле. Ну, я, правда, тебе скажу, что я тоже в детстве все пьесы перечитала. Ну, вот поэтому ты и работаешь. Правильно? Я просто читала пьесы как обычную книжку, да. Вот мне нравилось читать пьесы. Я читала все, что мне попадалось в нашей библиотеке, все пьесы. Мне даже их нравилось читать. Вот это вот. Я даже громким голосом читала и плакала, и читала Райниса, и плакала, и переживала все роли. Скажи, я не стала актрисой, что я все роли играла. А, ну то есть для тебя одна роль маленькая, тебе надо все играть, поэтому ты режиссер. Даже не маленькая, а просто вот как-то как они между собой там. Ну, я говорю, маленькая в том смысле, что это узкая очень дорожка, тебе надо сразу всех собрать и всех прочувствовать, поэтому ты режиссер, да? Что ты за каждого проигрываешь каждую историю. Скажи, пожалуйста, а вот тоже хотела у тебя спросить. Вот и мы сейчас, ты упомянула вот эти 104 страницы про любовь. Вот я все время думаю о том, что интересные, хорошие режиссеры, они делают одновременно две работы. Они перечитывают сами те пьесы Чехова, не знаю, Шекспира, кого мы еще назовем. Ну, Чехов и Шекспир, наверное, самые такие важные для любого режиссера, да, авторы. И при этом все равно каждый находит кого-то из современных драматургов, который отвечает его вот внутреннему состоянию. Да? Если мы скажем, например, про Ефремова, у него был Гельман и Рощин, которые с ним работали. Эфрос начинал с Розова, еще в детском театре, да. Розова, и много с ним работал, с его текстами, и потом вот ты упомянула как раз, да, Родинского. И ведь мы тут вспоминали Виктюка, который вообще открыл Петрушевскую для театра.
до него никто не ставил. Скажи, а у тебя вот был какой-то такой автор, который бы тебя интересовал? Или вот что у тебя с современной драматургией? Ну, я латышскую драматургию современную много ставила. Угу. Сейчас уже меньше, потому что надоело, и хочется ставить классику. И я из тех режиссеров, я очень люблю современный театр и мышление современного театра, и подход. И вот только что поставила Ивана Ворипаева, которого я тоже, он интересный очень писатель, драматург и мыслитель. Но мне интереснее классику, потому что вот это какая-то бесконечность. И современный театр, документальный театр, которого в Латвии ставит Вальтер Силес, совершенно потрясающий спектакль. И мне нравится очень современный театр. Я это делала в своей молодости, когда этого нельзя было, и когда это ругали. И каждый раз, я помню, я так много поставила таких социально-документальных спектаклей, но тогда этого, ну, это не котировалось. Это тогда это было ничто. И я это все уже проходила, И мне больше не хочется делать документальные, социальные вот эти спектакли, хотя они хорошие. Мне хочется ставить классику, потому что ты там как будто в команде, ты вместе с каким-то глубоким мышлением, и очень интересно переводить это на язык современного театра. Классическую пьесу играть на языке современного человека, но не искривлять вот, писателя. Угу. Ну, то есть ты как бы возвращаешься к каким-то текстам, потому что ты меняешься по сравнению с той, которой ты был когда-то. Ты меняешься, у тебя новый опыт, новые отношения к жизни, новые обстоятельства, в которых мы сейчас находимся. И тебе есть что опять обсудить с этим автором, правильно? Ну, наверное, так, да. И ты находишь каких-то новых актеров, которые, ну, каких-то новых актеров. Слушай, а у тебя не было никогда идеи сделать спектакль, тот, который ты уже делала, с тем актером, который уже играл эту роль, чтобы вот прям совсем тогда ее переосмыслить? Не было такой мысли? С тем же самым актером? Mm-hmm. Нет. С другими было, но с теми же самыми нет. Мне просто тоже интересно, актеры же тоже меняются в какой-то степени. И вырастают, и... Можно было бы, конечно, можно было бы. Угу. Угу. Ну, хорошо. Ты же прошлый год, несмотря на все запреты, и несмотря на все, что закрыто, ты же успела все-таки сделать несколько спектаклей, правда же? Да. Ну, расскажи. Сделала... Ты упомянула Ворипаева «Волнение». В Лиепае. В Лиепайском драматическом театре, да. Вот, и, конечно, Ворипаев, он драматург для читки. И на самом деле сцена не нужна. Достаточно какое-то, ну, небольшое пространство, и актеры могут абсолютно спокойненько сидеть и все это сыграть. Потому что весь, ну, вся... Ну, все, что он хочет сказать, это в тексте. Угу. Там не обязательно развивать взаимоотношения между людьми, которые там персонажами, и не обязательно в пространстве работать. Угу. Это очень интересно, потому что, по-моему, он такой единственный драматург в данный момент, неизвестный, для которого совершенно нужны... Ну, такие составные театры, как пространство и сценография. И взаимоотношения между персонажами. Угу. Вот. А так как я ставила не так, как в Московском, где его пьесы ставились в театре «Док», да, и еще в каком-то маленьком. И, конечно, там и не нужно, и там нет пространства. И, а я ставила... в нормальном академическом театре, очень красивом,
очень гармоничный театр, самый красивый, я думаю, так, из своего сложения внутреннего в Латвии. Очень-очень красивый театр. И там приходит город не такой уж большой, это не Москва, где... Сколько в Москве миллионов жителей? Ой, слушай, официально, по-моему, уже перевалило за десятку, но это официально 12. Понимаете, 10 миллионов человек, а в Латвии вообще там 1,5 миллиона, во всей Латвии, да? А это городок, сколько там, я даже не знаю, сколько там тысяч жителей. И, естественно, эти люди приходят, и на один спектакль, на два спектакля можно собрать интеллектуальных людей, которые будут сидеть, и актеры будут разговаривать, и они будут слушать. Mm-hmm. И им это будет интересно. А для меня, как для режиссера, сразу появляется задача, чтобы это могли смотреть все, совершенно все. И чтобы они тоже подключились к этому его мышлению, к той теме, которая там поднимается, очень серьезная. И я в этом смысле, думаю, поменяла вот стилистику автора. Мне даже интересно, он бы возмущался или нет. Потому что мы играли эту пьесу как... Играют в театре, как зрители ожидают. Да, с динамикой, с мизансценой, с отношениями между людьми, с персонажами, с характерами. И это на самом деле пьесы вроде не требуют этого. И я действительно думала над этим, что, конечно, я как будто вмешиваюсь в стилистику автора. И мне это не особенно любо. Я не люблю так делать. Но тут уж было решение такое, а что лучше? Я пошла все-таки на сторону зрителя и решила, что нет, надо так, чтобы им было интересно, чтобы они все это слушали с интересом. И спектакль прошел хорошо, и публика хорошо воспринимает. Вот это нормальная публика людей небольшого города латышского. Они с интересом все это смотрят. И я думаю, что смысл, мне кажется, не пропадает, если смысл. Мастилистика другая, да. Угу. Но это как раз то самое необходимое, когда ты делаешь для зрителя, открываешь нового автора, которого, конечно, там до этого уже не было, да, насколько я понимаю. Да, да. Угу. Но в Латвии ставился Рипаев. Как эта пьеса называется? Ну, «Пьяницы». Пьяные? Да. Пьяные. Да. Просто «Пьяные» называется. Так и называется «Пьяные» у него. Где он в конце говорит всем. Скажи, и еще ты съездила в Таллин. Съездила в Таллин, ставила своего любимого Чехова. И все равно трудно, конечно, работать с актерами, которых ты совершенно не знаешь. Угу. И у меня есть такое чутье, когда кастинг, и я как будто удачно обычно подбираю актеров из чужого театра. Например, там в Литве идеально удалось подобрать актеров. Это в Литве ты говоришь про последнюю свою премьеру, да? Даже во все вот эти варианты как-то удалось. Там Стринберга я ставила отца и Антигону Ануя, и как-то очень правильно подобрала и девочек, и они совсем молоденькие, и трудно разобраться. Там было штук там 30, да. Пришли к тебе в театр на пробы, да? На кастинг, да. И я думаю, что удалось отобрать лучший вариант. А тут я ошиблась в Серебрякове, а так как у меня трактовка такая... сказать вот так очень просто, чтобы не было скучно зрителю, слушателю, что вот эти все люди, они сделали каждый неправильный выбор. Если построено так, что это все уже реакции на сделанные дела.
очень интересной композицией. Они уже свой шаг решающий сделали, а сейчас мы смотрим то, что получилось от того, что они решили вот так поступить, как Ваня решил служить, сам же решил служить Серебрякову, он же его не заставлял, да? Серебряков сам женился на молоденькой. Она сама полюбила, вроде полюбила и вышла замуж. Никто ее не заставлял. Это все наши шаги, которые мы сами сделали. И теперь последствия. И мы, это вся эта пьеса «Дядя Ваня», это как будто мы смотрим последствия твоего поступка. И как же ты вот теперь, как тебе плохо на самом деле теперь, что ты сделала вот такое решение. И главным образом, что ты стал вот таким человеком, которым пользуются другие. Потому что пользуются таким же образом и Еленой тоже. Она же тоже ей пользуется. Да? И мне была очень важна эта тема, что ею пользуются. И часто ее делают какой-то такой капризной... И даже я видела, особенно в России, спектакли, где она, ну, такая средних лет, такая женщина, которая желает секса, да. А там нет этого. Она, наоборот, безумно хочет быть порядочной и отвергает любые, ну, какие-то возможности. Это так интересно, что она заставляет себя никакие быть верной этому своему мужу. И она хочет быть хорошей, а не хотят быть хорошими. И как это интересно, что мы теряем себя. Да, и становимся заложниками этого выбора, да? Да, и Хелена в этом смысле очень интересная роль, очень-очень интересная. Потому что она потеряла себя. И с Астровым она вдруг проснулась. И это прямо в спектакле происходит на глазах у зрителя. Это так красиво написано. Она буквально просыпается. Он ее будет, как эту спящую... Красавицу. Да? Принцессу, да. Да, да. Целует, и она просыпается. Да, и пьеса такая живая, такая гениальная. А у меня актер, который играл Серебрякова, не отзывался на игру. Он ему хотелось все время лицом к публике стоять, а мне это вообще... Я даже не знала, что еще существуют на свете такие актеры, которые считают, что надо все время быть лицом к публике. А когда я начинала, тогда это было как закон. Вообще, чтобы повернуть публике задницу, это же просто невозможно. И он тоже такой актер, который все время, например, там, где там пространство такое, мы в нестандартном помещении работали, и там помещение такое, что оно неглубокое. И Соня стоит за ним, и вот идет этот текст: «Папа, жалься над нами», ну, там очень красивый, очень трогательный текст. А он поворачивается ей спину и смотрит на зрителя, а она за ним, и она его умоляет, а он стоит лицом в публике. Я говорю: слушай, ну, тебе неудобно, что твоя дочка там так молит, а ты ей... Он даже, по-моему, не понял, о чем я разговариваю. Но он же... И вот не справился. Мне довольно редко так бывает, что актер настолько не входит в игру. И не слышал себя, да? Да. И рушится вся стилистика спектакля, а мне она нужна легкая. И вот я недовольна результатом. Мне жалко. Ну хорошо, а скажи мне, пожалуйста, студенты у тебя сейчас есть? Есть, режиссеры. Режиссеры? Учишь, да. Режиссеров, новое поколение латышских режиссеров. Сколько их у тебя сейчас? Их очень много, их 13, но у нас условия такие, как в Америке, что ты это учишься, но это ты не обязательно, не должен обязательно стать режиссером. У тебя нет топора над головой, потому что они все очень молодые и пришли без опыта театрального. И это никто не может знать, может он это... Получится что-то или нет. Да. Ну хорошо, Мара,
Спасибо тебе за наш сегодняшний такой спокойный и нежный разговор с воспоминаниями и о важных вещах тоже театральных. Удачи тебе со студентами. Спасибо. Вот, и надеюсь, что ну, как-то мы преодолеем эту нашу разобщенность болезненную, которая связана с болезнью мировой. И я очень скучаю по тому, чтобы уже прийти в театр. При том, что я очень много делаю онлайн, я очень скучаю по тому, чтобы прийти в театр. Всем желаю нам увидеться в театре. У нас встреча подходит к концу. Вот там выскочил у меня восклицательный знак, напоминание. Олег, спасибо вам большое, что вы нас соединили. Мара, будь здорова и много тебе хороших исполнений твоих планов. Спасибо. Чтобы все получалось. Спасибо. Спасибо. Радио Бал.